Здорово, дорогие друзья, с вами как всегда я, Иван. Мы продолжаем играть на сервере Смотраем Тандеме 3, все как всегда. И как вы поняли по названию ролика, это опять я покупаю себе новые тачечки. Как будто обновление скоро будет, я снова начинаю накупать тачечки. 5600 за Марс улетело, садимся, да, 213, то я что-то подумал, не тот купил. Я думаю, нам 5700 хватит, хотя нормальный человек бы поставил себе это в банк под проценты. Было бы лучше намного. Но я же Иван, мне уже пофиг, если честно. Вот, так что я поехал, да, еще можно в казино, конечно, заскочить, о чем бы не. Я поехал, короче, за новым Мерседесом. Место у нас еще два места есть, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Покатался я немножечко, ну а как покатался, еще в прошлой серии, и понял, что, блин, надо сюда срочно какие-нибудь другие диски. Но это я, наверное, поставлю не на серию, потому что, ну, белый, ну, просто не смотрится. Вот надо какой-нибудь контрастик просто добавить белым, черным. Белый с черным, вот. А то вот так не очень смотрится. А, вот. И приехали мы сегодня в автосалон Mercedes. Будем покупать не Mercedes, C-шку, которую я не особо, если честно, хотел покупать. Нормальный человек бы купил его с БУ за 3400, но я же не нормаль. Ебать, 4400. Хераси. Но я же ненормальный. О, даже белый цвет. И мы покупаем ее, да, это цешка. Просто салона, я просто хочу себе новую тачку, если честно. Всегда я не понимал ютуберов, которые покупали просто тачки с автосалона. Так, номера я по традиции прикрыл рукой. Вот, не видел номера. Да, он бел, кстати, был, кстати, белый. Почему он, Зара, голубой такой? Вот, по традиции не смотрю номера, думал, типа, что ютуберу покупают, поехали на БУ, там дешевле, т.д. и т.п. Смысл с автосалона, там только пробег маленький, ну или может тебе рандомно попасться какой-нибудь, не знаю, номер. Вот, а в последнее время что-то я захотел прям хорошие номера, и вот такое. Не, захотел прям покупать тачки из автосалона. Не знаю, какой-нибудь этот такой прикол доставляет тебе, так что... Вот. Короче, пацаны, раз... 2, 3. Блин, красавчик просто. Раз, два, три. Рум 511. Чё, пацаны, комната 511? Ну, такое. А какой регион? 45-й. Кто с 45-го региона? Напишите там в комментариях приветики. А я думал... Кстати, а чё он такой валит, а? Я думал, блин, хотя бы нормальный бы номер, что ли, попался. А так, фигушки. У нас есть лям 300, теперь нам на этот лям 300 надо его затюнить. Но на него еще есть вроде внешний тюнинг, так что вряд ли мне получится номер сюда повесить. Или я просто перевешу там с другой тачечки все дела. Но это вряд ли, конечно. Хочется сюда какой-нибудь интересный номер. Что-то SSS63 или OO63. Было бы топчик. Давайте заезжаем в тюнинг автомобилей. Крышка капота нету. Спойлера 70. Ну такой, ну нет, это колхоз. И вот этот колхоз. Но я помню, в NFS любили такие спойлера ставить. Они какие-то даже и маленькие, что ли. Расширение. Ну не. Ну блин, почему здесь нормального тюнинга нету? Какие-нибудь всех просто колхозные. Ну эта губа, она слишком большая. Вот эти фигни добавляются сплиттером. Нафиг они мне нужны просто. Задний бампер. А заднего бампера нету. Четко. Просто четко. Четче не бывает. Заезжаем на шиномонтаж. Давайте что-то поставим интересное. Ну, если честно, вот эти диски нормальные, были бы еще поменьше там резина. Я имею в виду протектор. Я говорю, какой протектор? Профиль, вот. Было бы намного лучше. Ну ладно, давайте подберем и продолжим. Так, пацаны, я выбрал эти диски с полочки. Не знаю, что меня на полочке в последнее время потянуло. Но что-то хочется вот эти дисочки. Высокий профиль, пофиг, ставим Мишлен, Toyo Tyros, окей. Черненькие такие, средний профиль или низкий. Давайте средний. Вот, давайте немножечко подрегулируем. А то, знаете, что-то очень прям слишком большой радиус. Так, вот так радиус выбираем. Ширина, давайте вот такая вот. Вынос вот такой вот.
и развальчика немножечко для красоты задних на передние. Все. Не, давайте какую-нибудь резину. Что ли, просто Yokohama 25 тысяч. Просто черная резина. Резина. 397 тысяч ушло на цешечку. Теперь нам надо уехать на покрасочку и уехать на тонировочку. Благо, что тонер здесь недалеко. И нас осталось 954 тысячи. Не так уж много, но не так уж и мало. Заезжаем вот сюда. Белый тонер на 40, на 20, на 40, на 20, на 40. Давайте на 20. 40, 60, 60. Не будем цешку в хлам тонировать. Так, немножечко притонируем. Администраторы что-то здесь ездят. Чип мы немножечко изменим. Вот это что-то поехало. Что-то она, кстати, очень классно управляется. Вот, давайте этот 80 литров бензин мы выкатаем. Хотел сказать, но какая-то фигня у меня врезалась. Ну ладно. Сливаем топливо, заливаем 98-й. По традиции 45 литров банка. Банк. Что-то меня вообще сегодня клонит. Бак 45 литров. Мне кажется, это очень что-то мало. Прям 45 литров бак. Ну, прям такое. И едем. Куда мы едем? Едем на покрасочку, потому что это последний вроде пункт, кроме номеров. Номеров мы же не будем ставить сюда, потому что у меня нету бабок. Хотя мы можем посмотреть, что можно переставить, конечно. Ну, вряд ли там что-то мы переставим, потому что все остальные тачки вроде норм. Хотя можем... О, ошки из гелика, хотя не гелик, это же подарок. Типа, не-не-не, короче, не будем. Заезжаем, я сюда какой-нибудь даже винил, если честно, бы влепил. По типу, надеюсь, меня сейчас не кикнет. Нет, не кикнуло, слава богу. Так, люблю просто, когда он так долго загружается. Вот этот винил. Просто какая сосочка, да? И цвет дисков бы сразу вот эти покрасить был черные. Ну просто давайте на этой серии наберем 20 лайков, чтобы мы сделали вот такой вот мерс красивенький. Я даже не потрачу 5,5 лимона. Мне жалко будет 5,5 лимона, чтобы сделать его таким. Но это просто кайф. А сейчас мы его просто покрасим в белый, да. Ты сейчас скажешь, Иван, ты что, опоролся? Опять белый мерс. Опять белая тачка? Ну да, а что? Что нельзя? Хотя вот смотрите, красный цешка тоже. Красный цешка. Да, вы поняли, короче, тоже красиво смотрится голубая. Ну, голубая такой, но белая. Белая цешка, посмотрите. Ну да, она не очень смотрится. Вот красная мне что-то в последнее время что-то даже больше понравилось. Вот такая вот красная цесочка. Цесочка. Цесочка классная. Красная. Вот такая вот цвет. Не, ну это кайф. Приехал, кстати, я хотел ее сделать, если честно, белой. Но после красного вот этого, что-то мне прямо она очень в красном цвете понравилась. Вот если был бы здесь красивый диффузор задний, черный, и был бы спойлер такой маленький, типа как на BMW любят ставить, ну, типа такой с карбончика или черненький. Был бы какой-нибудь аккуратненький сплиттер или антихром полностью. Это было бы в белом цвете, это было бы конфетка просто, понимаешь, да? Но, блин, это же смотрим-то, это же просто колхоз полнейший, эти расширения, блин, просто пипец. О, Феррари F40. Так, врубаем пассивку. Блять! Уезжаем, 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 уезжаем. Пацаны, что-то зря я сюда поехал за ними. За мной Феррари, Феррари. Преследует гонщика. Ну, такое. Что-то у них там жесткая заварушка. Но что-то опять C4 появился. Его же удалили вроде и всех забанили. Кстати, два клана даже C4 появилось. Такое. Короче, мне смотра не удивляет. И сюда мы же поставим... Какой чип? Правильно, дрифтовый. Потому что цешка, не знаю, дрифт хочется на ней. Дрифтовать, он так, офигенный задний привод марка. У меня просто офигенные названия для чипов. Так, 005 давайте поставим. И 004. Вот. Даже давайте немножечко его поднимем, что ли. Потому что это слишком низко, вот. На F90, типа такая, как у меня раньше было, матовый такой, красненький цвет, тоже прикольно.
Ладно. Кстати, чип. Чип, кстати, good, если. Ну такой, надо привыкнуть, но. Ну, конечно, тачка же должна быть по-своему уникальна, но. Что-то стрёшки. Это не стрёшки чип, который у меня есть. Ну, это он, кстати, тоже прикольный, чисто подавать боком. Он такой вот тяжелый, если честно. Вот так GTR. Но его что-то разворачивает. Надо немножечко с углом по просто прикалываться. Поприкалываться, да. Поиграться, и вот. И что-то, мне кажется, он будет топовый. Такая вот цешка, да? Ну, я, короче, пацаны, не удержался. Я влепил ОМР 001-178, 78 просто и 98 уже заняты, они с хорошей такой наценочкой. Есть свободный ОМР 0063-78, 98 занятый, но это чисто, да, для этой цешечки, ну там и других Мерседесов 063, да. Вот, а если ОМР 001-178, он вроде ничего не означает, но... Через там пару месяцев, мне кажется, он тоже, мне кажется, что-то станет дороже, потому что сейчас ЕКХ 001, ОМР 001, они что-то дорого стоят, если честно. Вот, и мне кажется, это тоже немножечко подорожает. Но, в принципе, 001 тоже нормально смотрится. Короче, пацаны, посмотри, какая цешка вышла. Вот такой вот полочки. Мне кажется, она получше X5M будет, что мы тюнили в предыдущей серии. Напишите, пожалуйста, в комментариях. На таком тут номере. Просто не могу ездить на нормальных номерах, обычных. Вот. АВС, да, такое. Короче, ставьте лайкос, если вам понравился данный видос. Поставьте дизлайк, если вам не понравился данный дизлайк. Но жду объективную критику в комментариях. Вот, почему вам именно не понравился данный видос. Я буду исправляться, чтобы вы ставили только свой лайкос. Ну а с вами был Ивушка. Всем удачи, пацаны. И всем пока.